Ослепленные солнцем. В среду на улице Ивановской в Кохме 39-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 26-летнюю девушку. В результате ДТП пострадавшую с травмами головы, ушибами и ссадинами доставили в ОКБ. Водитель иномарки пояснил, что во время движения был ослеплен солнцем и не увидел пешехода. Этот факт, как и то, что девушка перед тем, как пересечь проезжую часть, не убедилась в собственной безопасности, не оправдывает автомобилиста. Девушка, как бы, да, должна была тоже убедиться о том, что автомашина пропускает ее на пешеходном переходе. Ну и водитель непосредственно перед пешеходным переходом должен снизить скорость до полной остановки пешехода. Водитель автомашины трезв. В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.17 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, то есть за непредоставление преимущества в движении пешеходом или иным участникам дорожного движения.